Всем привет, ребята, снова я. Не буду называть Дмитрия, я хочу от него избавиться, за то, что я не видела так долго видосы, потому что я тоже не видела жопа, хоть видосик был на канале. Вот, кстати, карта. Видосик был на канале. Но я просто не сделал превью, не загрузил его, так что с этим видосиком будет следующий видос. Я как понял, на эти смены позиции, вообще изначальные позиции, я хочу сказать, так что давайте, Пак Батл, самый офигенный режим данной игры. Главное, что у меня не залагал. Игра это режим, потому что бывает такое очень. Ну не вышел чего? In the dark we fight, you take the потому что я мини. Чего? Кстати, сегодня 18 марта. Выборы президента России. Он Т-88 работает. Да опять я зажимаю на эту зиму. О, дождь! Тихо. Ну что такое? I'm feeling lonely and I wanna make this time to end the right. Ain't it too slowly with those gonna lift me up this time. You were the only one who got me tripping up inside. All the words you told me and my brain's something different from your eyes. Да зачем мне бануть? Зачем мне? Бануть вторая икона. Вторая икона не бануть. Чем мне бануть? Thoughts are running wild. We got a good thing going while we got a feeling simplified. I'm staying to the morning, countless hours spending by your side. You look at me, I'm soaring, seeing all the truth behind your eyes. See you for a moment, even if I can feel you. Приложение, но это же не так.
потихо. We got a good thing going. While we gotta feel simplified. Countless hours spending by your side. You look at me, I'm soaring. Seeing all the truth behind your eyes. Короче, вот такой вот у меня штавчик был в... И выпадает что? Правильно, ничего. Куки. Раны мать. Нет, ванги джигей. Да я рад. Восемь сейчас три экрана. Росенхо! О, пули, я бы ты выбрал. Кастро и Рауль Альбион. Раджар. О, паре. Для монтажа не выглядит. И если все получится смонтировать, это будет просто на следующей неделе мне покупают бутсы. Привозят бутсы, потому что я уже купила. И короче, у меня есть план. Во-первых, это обзор, а во-вторых, это секрет. Скоро будет челлендж, который мне иногда больше нравится. Вообще лайф-видео записывать, чем не лайф-видео. Так что... Я буду скоро, по крайней мере, когда расставить еще. Смотри, челлендж. Я уже где-то десяток кругов открыл. Что за Фарфан? О, Фарфан, кстати, топ. Он тащит сейчас Локомотива. А Локомотив идет в РФПЛ на первом месте. И последний пак. Ничего мне не выпало.
это кусты одичьи. Ну что ж, это такой вот видосчик получился. Еще раз извините за мое выступление. Видосчик, ну что ж.